И немного о спорте. Алтайские гребцы Иван Папулин и Вера Авнобова выступили на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Легкоатлетка Полина Миллер приняла участие в первенстве Европы в Италии. Подробности об этих и других спортивных событиях в обзоре Дмитрия Гладких. Всероссийские соревнования, посвященные памяти мастера спорта международного класса Петра Птицына, завершились в подмосковном городе Бронице накануне. В нескольких возрастных группах выступили более 400 спортсменов со всей России, а также ближнего зарубежья – Казахстана и Узбекистана. Представитель краевой сдюшор имени Константина Костенко Иван Папулин из Павловска занял второе место в заезде на 1000 метров и стал чемпионом в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. Он выступал в возрастной категории 13-14 лет. В соревнованиях девушек этого возраста еще одна представитель Павловска Вера Авнабова заняла пятое место в байдарке-одиночке на дистанции 1 километр. В Смоленском районе прошел чемпионат Алтайского края по пляжному волейболу. В мужском турнире состязались 22 команды, в женском – 12. Победу у мужчин одержали хозяева соревнований Илья Ковров и Михаил Глушков. Второе место заняла команда из Барнаула Павел Денисенко и Владислав Никитенко. Бронзовая медаль у новосибирских пляжников Алексея Муравьева и Дмитрия Мишукова. Среди женских коллективов чемпионом стала пара из Алтгу – Ксения Тишина и Анжелика Алпатова. Вторыми – курсантки БЮИ Эльвира Шиблыкина и Анжела Тамразян. На третьем месте еще один коллектив из Алтгу – Мария Петренева и Ирина Корючина. Алтайская легкоатлетка Полина Миллер приняла участие в первенстве Европы среди юниоров. Соревнования спортсменов до 20 лет проходили в итальянском городе Гроссета. Россияне выступали на этих международных стартах в качестве нейтральных атлетов из-за дисквалификации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. 17-летняя Полина Миллер из Барнаула не смогла пробиться в финал в беге на 200 метров, показав по итогам трех полуфинальных забегов общее 12-е время. Победительницей в этой дистанции стала британка Майя Бруни. Дмитрий Гладких, новости.